Здравствуйте, уважаемые коллеги и участники данного вебинара. Меня хорошо слышно? Отлично. Позвольте познакомиться, представиться. Меня зовут Джан. Я являюсь менеджером по внешним связям Туристического информационного центра Южно-Казахстанской области. Вкратце ознакомлю, чем занимается наша организация. То есть мы работаем по принципу одного окна, сконцентрированные представители миграционной службы, туроператоров, гиды, экскурсоводы, транспортные компании. Обеспечиваем полный спектр услуг от регистрации до подбора туров и маршрутов. Функционирует учебный центр по подготовке гидов и экскурсоводов, тренинги по обслуживанию туристов. Также мы ввели новшество в виде того, что то есть возле каждой достопримечательности мы поставили QR-код, то есть вы можете скачать наше приложение, тем самым там есть функция сфотографировать QR-код, получается, и через QR-код вы можете полную историю узнать об этом монументе, либо об этой достопримечательности. Тема сегодняшнего вебинара – «Сердце шелкового пути». Расскажу немного об истории возникновения шелкового пути. Великий шелковый путь – это уникальный исторический памятник, который с мостом между обширными территориями Запада и Востока и объединял людей с совершенно разными культурными традициями, религиозными убеждениями, говорящих на разных языках. Возрождение сотрудничества между странами шелкового пути имеет уникальную возможность оказать содействие друг другу в получении экономических выгод и внесет вклад в обеспечение справедливого и сбалансированного экономического роста наших стран, создание трансграничных турмаршрутов. И роль Казахстана в этом процессе немаловажна, имея потенциал и возможность, ведь эта страна с богатым историческим и культурным наследием и является своеобразным музеем под открытым небом, где некоторые памятники признаны памятниками всемирного значения и наследия ЮНЕСКО. И в последнее время в Казахстане интерес к историко-культурному туризму растет, и есть потенциал, что станет самым массовым и привлекательным видом туризма. Участок Шелкового пути по Южно-Казахстанской области имеет уникальный комплекс исторических, археологических и архитектурных памятников, которые являлись не только центрами торговли, но и научными и культурными центрами. Одним из культурных торговых центров той эпохи на Великом Шелковом пути является город Испиджаб, ныне Сайрам. Первое упоминание Испиджаба как город на Белой реке появляется в 629 году. Он являлся отправной точкой на казахстанском отрезке караванной трассы и был свидетелем долгой и знаменитой истории торгового канала. В Сайраме родился выдающийся суфийский философ и религиозный мыслитель Ходжа Ахмед Ясави, в честь кого построили мавзолей. И здесь же сохранились мавзолей его родителей Ибрагим Ата и Хараша Шана, подземные катакомбы под городом и средневековый минарет Хазер. Далее Великий Шелковый путь. Я извиняюсь за то, что сайт у нас работает. Сейчас в данный момент он в разработке, получается, мы то есть, добавляем новые вкладки дополнительные, так что он в общем функционирует. Далее Великий Шелковый путь ведет нас в один из древних городов Казахстана, которому более 2000 лет, город Шымкент. Сегодня Шымкент – один из крупнейших инновационных культурных центров страны, где индустрия туризма развивается положительными темпами. Для жителей и гостей мы предлагаем современные комфортабельные отели, гостиничные комплексы, рестораны с разнообразием национальной кухни народов мира, культурные и исторические достопримечательности. На сегодняшний день ведутся масштабные раскопки останков древнего городища. Двигаясь дальше по шелковому пути, мы попадаем в древнейший город Средней Азии, легендарный городище Отрар. И сегодня это археологический музей под открытым небом. Отрар был знаменит собственным монетным двором, роскошными восточными банями с оригинальной системой отопления, огромной библиотекой, не уступавшей самым известным библиотекам древности. В этом городе родился, жил и творил известный средневековый мыслитель Аль-Фараби. Дальше. Сейчас.
Так, Туркестан, еще один из древнейших городов по шелковому пути, на протяжении веков игравший огромную роль в истории казахского народа. То есть вот он является. Мавзолей Ходжа Ахмед Яссауи. Это является мавзолей его матери, Карашашана. Дальше этот мавзолей является Арстанбаб. То есть он является прадедом казахского народа. Как считается, как бы самым первым предком казахов. Человек, живший в этом мавзолее. Так, дальше. Город, который стоял на пересечении торговых маршрутов, город, где жил поэт-мыслитель Ходжа Ахмед Яссауи, в честь которого великим полководцем Тамерланом был построен уникальный памятник архитектуры, мавзолей, названный его именем. Мавзолей признан всемирным наследием ЮНЕСКО и является главной гордостью жемчужины Южно-Казахстанской области. Далее Великий Шелковый путь нас ведет в древний и загадочный город Сауран, по которому проходил караванный путь. Караванный путь – один из важных торгово-экономических центров той эпохи, находившийся между хребтом Каратау и рекой Жейхун, ныне Сырдарья. Сауран для своего времени был мощной крепостью, которая мог выдержать осаду в течение нескольких месяцев. На этом список культур, наследия и исторической достопримечательности региона не заканчивается, и можно рассказывать и показывать бесконечно. Согласно исследованию TripAdvisor, более 60% туристов хотели бы побывать в древних городах Шелкового пути, более 55% посетить объекты всемирного наследия ЮНЕСКО и более 40% попробовать местную кухню. Хочу отметить, что имея богатое культурное наследие Шелкового пути и разнообразную кухню, наш регион, безусловно, представляет огромный интерес для туристов. В нашем регионе, в Сарагашском районе, расположились благодатная долина с исторической ценностью, где много лет назад выращивали шелковицы. И в округе Шелковые аллеи ныне процветает 750 гектар винограда. И это еще одно из туристических направлений по Шелковому пути. Эксклюзивный винный тур «Шато Силк Аллей». Также Южно-Казахстанская область богата не только культурно-историческими местами, памятниками, но и удивительной и неповторимой природой, где сохранилось первоначальное естество. Согласно исследованию TripAdvisor, 47% путешествует с целью ознакомления с культурным и природным наследием Шелкового пути. И это направление набирает интерес и популярность как среди населения Казахстана, так и среди иностранцев. Это и пешие походы в горы, конные прогулки, речные сплавы, посещение этнокомплексов, где каждый турист может погрузиться в атмосферу исторического прошлого, ощутить культуру, быт и традиции казахского народа. А по данным исследованиям TripAdvisor, 16% предпочитает путешествовать с кочевниками и остановиться на ночлег в юрте. Одним из красивейших мест нашей области является первый заповедник в Казахстане – Аксу-Жабағлы. Сейчас, минуту. Аксу-Жабағлы, который включен в сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, общая площадь которого составляет свыше 130 тысяч гектар. Это и палеонтологический заповедник с наскальными рисунками, и каньон Аксу глубиной около 1800 метров, и привлекательные пейзажи, где растут тюльпан Грейга. Еще одним из удивительных мест в нашем регионе является Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк, который расположен в северной части западного Тяньшаня, площадью 150 тысяч гектаров. Растительный покров, животный мир, разнообразный рельеф, реки, водопады и горные озера создают живописные и неповторимые ландшафты. Так, сейчас, минуту. Наряду с историко-культурным туризмом и путешествия по природным достопримечательностям в Южно-Казахстанской области актуален отдых и релаксация на Шелковом пути, ведь регион богат природными ресурсами, одним из которых является горячий источник минеральной воды в одной из самых популярных санаторных зон Казахстана – Сарагаш. Аналог этому есть, мне кажется, Кисловодск, если я не ошибаюсь, тоже с минеральными водами. Это не просто полноценный отдых и релаксация, но и оздоровление организма в целях профилактики и реабилитации и лечения. Уважаемые участники конференции, развитие туристских ресурсов и продуктов по всему маршруту Шелкового пути имеет важное значение для всех нас, получение экономических выгод от туризма. Возрождение городов по маршруту Шелковый путь будет способствовать развитию туризма двух стран, сотрудничеству в сфере туризма путем создания бесшовных тур-маршрутов по Великому Шелковому пути Казахстана.
И для этого у нас есть готовый коридор автомагистраль Западная Европа, Западный Китай. Также Южно-Казахстанская область имеет все предпосылки для создания единого туристского маршрута по Великому Шелковому пути, находясь в самом центре Шелкового пути Казахстана. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Алло, меня слышно? Отлично. У вас будут какие-нибудь вопросы? Пока нет. Отлично. Если позволите, тогда я продолжу. Южный Казахстан также один из самых крупных регионов республики с огромным туристическим потенциалом, имеющий неповторимую первозданную природу, крупные культурные и исторические ценности. Туризм является в Казахстане одним из приоритетных направлений в области. В регионе расположены свыше 1000 объектов истории и культуры, 4 особо охраняемых природных территории. Это Аксу-Жабаглы, Каратау, вот здесь пост, то есть слайд здесь. Сайрам-Угам, Сырдарья, Туркестан. Уникальные природные объекты и современные объекты досуга. Ну, самая яркая достопримечательность – это пещера Ахмечеть. По легенде говорят то, что там когда-то уснул дракон и так и не проснулся. И когда он, получается, когда просыпался, он расправлял свои крылья, и тем самым он это, там, делал форму пещеры. То есть пещера находится под землей. Вы можете зайти к нам на сайт и посмотреть все эти фотографии, все эти достопримечательности. Звук. Звук нормальный? Алло, меня хорошо слышно? Все, спасибо. В области расположено 1278 памятника истории и культуры, в том числе один объект международного значения – мавзолей Ходжа Ахмед Яссауи, о котором я говорил буквально пару минут назад. 33 объекта республиканского значения, 434 объекта местного значения, 510 объектов в предварительном списке. Мое мнение то, что самый известный в Южно-Казахстанской области является вот этот мавзолей, мавзолей Ходжа Ахмед Яссауи, который был построен Тамерланом, и Тамерлан, то есть, являлся ханом, и при поддержке казахского народа совместно построили этот мавзолей, который входит в ЮНЕСКО. Так, в области интенсивно развивается паломнический культурно-познавательный туризм в направлении Туркестан. Отрар, Сайрам, Байдебек, экологический туризм на территории Сайрам-Угам и уникальных природных объектов и лечебно-оздоровительный туризм в Сарагашском районе. Южный Казахстан также является лидером в развитии промышленного и агросектора, что позволяет нам интегрировать данные отрасли с туристской индустрией и организовывать деловые и ознакомительные туры по нашим предприятиям, развивать агро- и сельский туризм. Также ежегодно растет количество посетителей нашего региона. По итогам 2017 года... Блин, я извиняюсь то, что за быструю дикцию. Постараюсь помедленнее разговаривать. Ежегодно растет количество посетителей, то есть по итогам 2017 года количество туристов, посетивших область, составило 200 973 человека. По сравнению с 2015 годом, разница выросла на 86,6%. Количество туристов по внутреннему туризму 247 633 человек. Также на 87% выросло. А количество туристов по въездному туризму 22 341 человек. По сравнению с 2015 годом, где итог был 11 650 человек, разница выросла на 91%.
Также, согласно статистическим данным, за 2017 год в местах размещения предоставлено 528 021 койка суток, увеличение на 74% по сравнению с 2015 годом. Количество мест размещения в 2017 году составило 224 единицы. Рост по сравнению с 2015 годом составляет 80%. Позвольте вкратце вас ознакомить о каждом объекте. Сейчас вам расскажу про природный парк Сырдарья-Туркестанский. Это является природным объектом местонахождения Южно-Казахстанской области, города Казахстана, в городе Туркестан. Территория регионального природного парка состоит из трех филиалов, представленных несколькими кластерными участками. Первый – Туркестанский филиал, второй – Сырдарьинский филиал, третий – Баралдайский филиал. Расположен на северной оконечности хребта Баралдай-Тау. Территория парка включает горные песчано-пустынные ландшафтные комплексы. Флора парка насчитывает по предварительным данным около 955 видов растений, среди них 40 видов занесены в Красную книгу. Фауна парка насчитывает около 382 видов птиц и животных, среди них 109 видов занесены в Красную книгу Казахстана. Известнейшие достопримечательности парка, единственный в Казахстане питомник по восстановлению популяции бухарских оленей. Имеются наскальные рисунки, курганские могильники сакского времени, археологические памятники, относящиеся к округу Фараб. И это все в Сырдарье Туркестанской области. Сейчас, минуту. Расскажу вам также о городище Сауран. Меня как, хорошо слышно? Отлично. Городище Сауран. Нахождение в 40 километрах к северо-западу от города Туркестан Южно-Казахстанской области. Возник в VI-VIII веках город Сауран располагался в 3 километрах к юго-востоку от более позднего города. Теперь это городище называется Каратөбе. Сауран – место первой находки на территории Казахстана системы киаризов, ирригационной системы колодцев с подземными каналами для орошения полей. В первой половине XIV века Сауран являлся столицей Джучитской Белой Орды. Здесь был в 1320 году похоронен правитель Ахорды Сасы-Бука. Также расскажу про Арыстанбаб. Если посмотрите на слайд, вот этот монумент, достопримечательность. Эта архитектура, получается, находится в Отрарском районе Южно-Казахстанской области. Мавзолей на могиле учителя и духовного наставника Ходжи Ахмед Яссауи, религиозного мистика и проповедника Арыстанбаба. Согласно преданиям, Арыстанбаб умер и похоронен в окрестностях Отрара в XII веке. По распоряжению Тамерлана над могилой Ходжи Ахмеда Яссауи началось строительство мечети в 1338 года по 1405 года. Все попытки возвести стены терпели неудачу. По легенде, явившийся во сне Тимур святой сказал, что сначала нужно построить мавзолей над могилой святого Арыстанбаба, а затем над могилой Ходжи Ахмеда Яссауи. Поэтому паломники первым посещают мавзолей учителя Арыстанбаба, а потом мавзолей Ходжи Ахмед Яссауи. Именно ему Арыстанбаб, умирая, передал аманат, заключавшийся в косточке хурмы. По легенде, Арыстанбаб был сподвижником пророка Мухаммада. Также я расскажу про мавзолей Укаш-Ата. Он находится также в городе Туркестан, Южно-Казахстанской области. Мавзолей Укаш-Ата – самое длинное погребение, устроенное для одного человека. Могильная плита с
Сагана 22 метра длиной. Говорят, Укашата был бесстрашным арабским воителем, который в 7-8 веках нашей эры огнем и мечом насаждал ислам среди тюркских племен. Заметим, что арабские завоеватели, приходившие в Среднюю Азию под знаменами ислама, получили в степях Казахстана довольно решительный отпор от тюркских народов, проповедовавших в ту пору зороастризм и суфизм. Лишь впоследствии, благодаря тюрку Ходжи Ахмеду Яссауи, самому принявшему ислам и адаптировавшему эту религию для тюркского менталитета, ислам стал главной религией степняков. На территории мавзолея Укашата расположен колодец Гайб-Перген. По легенде, вода в колодце появилась в момент гибели прославленного воина Укашата. Источник обладает особыми целебными качествами, однако набрать воды из него удается далеко не всем желающим. Из-за извилистой и крутизны расщелины, а колодец – это своеобразный разлом в горной породе, на дне которой бежит ручей, черпать воду достаточно сложно. Опускаемое в колодец ведро бьется о выступы стен, вода расплескивается, и, как следствие, даже самое порочное ведро выдерживает не более 2-3 подъемов. По этой причине около колодца скопились целые горы разбитых ведер. Однако, если посетители все же удастся испить воды из колодца, это считается особым знаком расположения со стороны высших сил. Идем дальше. Также я хочу рассказать вам про монумент Кеме Калган. Он находится в Южно-Казахстанской области в Казгурском районе. Монумент расположен в 45 километрах от города Шымкент вдоль автотрассы Шымкент-Ташкент. Панорама с монумента очаровательна. Видны города Шымкент, Тараз и Ташкент. По местной легенде, именно к одноименной горе 2000 лет назад пристал пророк Ной, а вовсе не Карарал, как утверждается давно и многими. С 2004 года огромный железобетонный корабль встречает всякого, кто отправляется по автомобильной трассе Алматы-Ташкент. Люди рассказывают около 50 легенд о святости этой горы. Люди верят в то место, где приземлился ковчег Ноя. Местные жители называют это место Кеме-Халган, место ковчега Ноя, в переводе на казахского. Удивительно, размер местного ковчега является тем же самым, как в описании в одном из святых источников. Длина ковчега 300 локтей, то есть 150 метров, а его ширина 50 локтей, то есть 25 метров, и высота 15 метров. Также позвольте рассказать про мечеть Акбара. Также находится он в Казгурском районе, шли корабли пророка Ноя. Описание. По легенде, святой Акбара был целителем и всегда ездил на белом верблюде. Поэтому его стали называть Ахбура. Он лечил от болезней и мог очень быстро перемещаться, так что, например, совершив утреннюю молитву в Туркестане, вечернюю он мог совершить в Мекке, то есть в Саудовской Аравии. К нему приходили люди, чтобы попросить здоровья. Когда он умер, его верблюд разбился о камни на том месте, где сейчас течет источник, рядом с мавзолеем святого Ахбура. Говорят, что этот источник обладает целительными свойствами, и паломники приезжают сюда испить воды и попросить здоровья. Только что я вас ознакомил с историко-культурным моментом. Теперь позвольте рассказать о лечебно-оздоровительном туризме. Меня хорошо слышно, надеюсь? Отлично. Вот лечебно-оздоровительный туризм. То есть он находится в городе Сарыағаш. Аналог тому, как я уже говорил, является Кисловодск. Живописные пейзажи, подземные источники, исторические достопримечательности и возможность... Только не все успеваем уловить. Блин, я извиняюсь. Живописные пейзажи, подземные источники, исторические достопримечательности и возможность оздоровиться. Все это есть в Сарыағаче. Одно из самых популярных санаторных зон Казахстана. На территории находится количество санаториев разной категории, от 5 звезд до эконом-класса, такие как Арай Делюкс, который является одним из топовых санаторий, Окси, Казахстан КИЗ, Арман, Жансая, Коктерек, Сарыағаш и так далее. Позвольте рассказать... Также у нас в Южно-Казахстанской области находится более 60 санаториев. То есть каждому по вкусу придется, по желанию, по вкусу, там каждый может себе найти.
Немного расскажу о курорте, о санатории Арай Делюкс. Первый в стране оздоровительный комплекс уровня 5 звезд предоставляет медицинские услуги, минеральный душ всех видов, промывание желудка, физиолечение, лазеротерапия, фототерапия, лечебно-оздоровительная физкультура, ультразвуковая терапия, биоптрон. Также имеется кинозал, тренажерный зал, конференц-зал, бильярдный зал и караоке. Также позвольте рассказать про санаторий Казахстан-КЗ. Вот Арай Делюкс санаторий, который является одним из топовых в Южно-Казахстанской области. Вот санаторий Казахстан. Многопрофильный, комфортабельный, четырехзвездочный, современно оснащенный санаторий, специализированный на лечении органов желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, урологических и гинекологических заболеваний, опорно-двигательного аппарата. В санатории для любителей активно провести время есть тренажерный зал, настольный теннис, фитнес, сауны и так далее. Далее идет санаторий Сарагаш. Самая крупная здравница Казахстана с 8 спальными корпусами, рассчитанными на 690 мест, функционирует круглогодично и без праздничных. В настоящий период санаторий располагает технически оснащенной лечебной базой. В 8 спальных корпусах расположены палаты различного уровня комфортности. Основным лечебным фактором санатория является минеральная вода. То есть сам Сарагаш район в основном акцентируется на санаториях. То есть там в основном вся фишка Сарагашского района – это санатории, минеральные воды. Также там есть винный завод. Так, у вас вопросы будут? У вас будут какие-нибудь вопросы? Пока нет. Угу, отлично. Если вопросов нет, тогда я продолжу. Я рассказал про область Южно-Казахстанской области. Теперь позвольте рассказать вам про сам город. Также у нас есть дендропарк. Это также является природным объектом. Он находится в городе Шымкенте. Описание: Шымкентский дендропарк был заложен в 1980 году. Ссылку на сайт, да, конечно, можно. И контакты, и почту мы вам все отправим. То есть, если вы сами напишите, мы вам предоставим полную информацию, то есть все раздаточные материалы, всю информацию, презентации, все-все предоставим. И также проконсультируем. Ну да, все верно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, все верно. В 2008 году произведена капитальная реконструкция дендропарка. На территории парка построена трасса для конных и велосипедных прогулок длиной в 2 километра. Установлены беседки, скамейки, имеется водопад высотой 9 метров, аллея и так далее. В дендропарке собрана уникальная коллекция растений с разных уголков планеты. Представители нескольких сотен видов флоры прекрасно уживаются и разрастаются в тенистом дендропарке, где также есть маленькое озеро. Также у нас есть много музеев, этномузеев, историко-краеведческие музеи ИКО Южно-Казахстанской области. Позвольте вкратце рассказать о них. Также этот музей находится, историко-краеведческий музей находится в городе Шымкенте. Музей имеет 5 научно-исследовательских отделов, это то есть природа изучает, историю, археологию и этнографию. Экскурсионные массовые научно-методические, которые проводят научно-исследовательскую экскурсионную массовую и просветительскую работу. В фондах музея насчитывается более 60 тысяч памятников материальной и духовной культуры, которые рассказывают о разнообразной природе нашего края, его богатой и интересной истории. Музей располагает большой археологический, нумизматической, этнографической коллекциями. Фонд музейной библиотеки насчитывает 5500 экземпляров книг. Так, также я расскажу о этномузее Хэуэт, который также находится в городе Чимкент.
Этнографический музей Хлывет был открыт в 2004 году в городе Шымкент знаменитым южно-казахстанским гончаром Кендибаем Карабдаловым. Им был выигран грант Акима Южно-Казахстанской области, после чего он основал единственный в своем роде этнографический музей Хлывет. Этнографический Хлывет – необычный музей. Он включает в себя подземный Хлывет, древнее подземное сооружение с молитвенными комнатами, которые автор копал самостоятельно на протяжении 7 месяцев, мастерскую гончарного искусства, выставку керамики и этнографические концерты на музыкальных инструментах. В подземном помещении воссоздано древние жилища казахов, построенные из дерева, камыша и глины, и посетителям предоставляется возможность его посетить. Здесь воссоздана особая атмосфера, располагающая к уединению и молитвам. Также я расскажу вкратце про историю города Шымкент. Шымкент сегодня это крупнейший по площади мегаполис страны. Его площадь, согласно генеральному плану, 117 тысяч гектаров. Официально в городе проживает чуть менее миллиона жителей, неофициально чуть более. Первое письменное упоминание о Шымкенте относится к 1366 году в летописном труде Храникера Тамерлана, историка Али Езди «Книга побед». Тогда это было небольшое селение, находившееся под влиянием крупного города Сайрам. Нынче Сайрам – один из микрорайонов Шымкента. С начала нового тысячелетия с целью определения точного возраста Шымкента на историческом городище было проведено несколько этапов археологических раскопок, по итогам которых состоялись две крупные международные конференции с привлечением известных ученых-историков из Казахстана, Канады, Бельгии, России и Узбекистана. Также на цитадели был заложен шурф 17-метровой глубины, который дал артефакты, подтверждающие, что первое постоянное поселение на этом месте появилось около 2200 лет назад, во времена расцвета государства Кангюй. Зарождение города именно в этом оазисе обусловлено наличием у подножия крепостного вала прекрасной родниковой реки Кошкар-Ата, которая начинается в 2 километрах выше от городища. Недалеко от истоков имеется мавзолей святого Кошкар-Аты, время жизни которого, исходя из некоторых легенд, можно соотнести к периоду деятельности Ходжа Ахмеда Ясави. Также мавзолей Кошкар-Аты, перенесенный на водел 60-70 годов 20 века, созданный в том числе из материала старого мавзолея, который существовал много ранее, прямо возле самого истока реки. Самым старым фундаментальным сооружением Шымкента, помимо раскопок цитадели, можно назвать мечеть Джами в старом городе, примерно с середины 19 века. Недалеко от него сохранился также дом уездного начальника, постройка конца 19 века. Самым старым торговым центром Шымкента определенно является верхний рынок. Стационарный базар появился в городе более 1,5 лет назад на месте современной площади Орт-Абасы. Позже его перенесли на нынешнее место. Случилось это в 1928 году. Так что верхний рынок в этом году отмечает свое официальное 90-летие. Самым старым из сохранившихся парков города является центральный парк, или как его называют местные жители, Кембаба, начала 20 века. У вас вопросы будут какие-нибудь ко мне? Зачем делать вид, что спикер читает по бумажке, как заведённое? Да, все верно. Просто наш менеджер, который по туризму, он сейчас на больничном. Исходя из этого, я рассказываю. Точнее, читаю. Коллеги, у вас вопросы будут? Тарази для посещения. Да, конечно, мы туда индивидуальные туры организовываем в город Тарас.
То есть вопросов нет ни у кого. Все, что я рассказал, это понятно было, или будут какие-то замечания? Что лучше всего за 3 дня посмотреть? Лучше всего, мне кажется, посмотреть за 3 дня всю Туркестанскую область, полностью весь Туркестан. Все самые сочные достопримечательности, все самые сочные монументы, самые красочные находятся там. Спасибо, мы заслушались. Спасибо. Да, у нас есть сайт. У нас есть сайт. Да, сайт не работает, к сожалению, сегодня он в разработке, но уже завтра мы его восстановим, и он будет работать полноценно. То есть там же указаны наши контакты, наша почта, то есть там же есть раздел, где по созданию туров. Вы можете туда зайти, полностью выбрать себе подходящий тур по регионам. То есть там есть Туркестан, Созак и около 14 регионов. Коллеги, еще у вас вопросы будут? Буквально любые вопросы. Продолжайте. Ну, в таком случае я продолжу. Как я говорил до этого про Ах-мечеть, где по легенде уснул дракон. Вкратце о нем ознакомлю, точнее почитаю. Написав за последние годы о стольких туристических объектах Южного Казахстана, не мог, конечно же, обойти стороной одну из главных достопримечательностей нашего региона. Находится она в маленьком ущелье на правом берегу реки Улькенбоген, в нескольких километрах от аула Аквастау Байдебекского района. Впервые довелось спуститься в эту карстовую пещеру в 2004 году. Тогда еще не было тут аккуратных и безопасных ступенек, а подъехать до пешеходного спуска ко входу провала можно было только на машине Нива. Спускались мы по железной пожарной лестнице, и было тогда нам немного жутковато от ее шатания под нашей тяжестью. Сегодня же тут все цивилизованно, и асфальтированная дорога, стоянка, туалеты, все это тут имеется. Легенд у пещер много, даже слишком много. Один из них это скорее сказки, другие почти история. Рассказывают, что здесь жил когда-то дракон. Еще говорят, что отсюда был прорыт тоннель аж до Сайрама, или еще круче, до Туркестана. Но также поведают вам, что в давние-давние времена пещеру использовали как мечеть первые мусульмане здешних мест. Что вполне себе возможно, и, видимо, именно отсюда пошло столь необычное название провала. Ах, мечеть. Что в переводе переводится дословно «белая мечеть». Очень даже правдоподобно выглядит история о том, что в пещере прятались крупные казахские дозорные отряды в годы джунгарского нашествия. Тем не менее, известно также, что спортивное освоение пещеры, носившее тогда название Аулия, что в переводе на русский переводится «святая», южнокастанские спелеологи начали еще в 1965 году. Параметры провала тоже впечатляют. Длину почти 245 метров, а в ширину более 60 метров и в высоту до 30 метров. Туристов всегда удивляет то, что внутри пещеры растут деревья, даже целая рощица. И то, что летом, когда в Шымкенте температура доходит до 45 градусов, жары в тени, тут довольно прохладно. Так далее.
Также позвольте рассказать вам о городе Отрар, самый древний город Южно-Казахстанской области. Крупный политический, экономический и культурный центр Южного региона в период с 1 по 18 века нашей эры на месте пересечения нескольких маршрутов Великого Шелкового пути. Знаменитый ученый, поражавший весь арабский мир в начале X века своими глубокими познаниями древнегреческой философии и культуры, точных наук и музыкальной грамматики, Абу Наср Аль-Фараби получил основы образования именно здесь и только потом отправился в Дамаск в поисках новых знаний. В 7-8 веках тюргешские хаганы начали чеканить в Отраре золотые монеты с символикой этого народа. В конце X века Карлукская династия караханидов разгромила саманидов и завоевала Среднюю Азию. Отрар стал официальным центром одного из регионов государства караханидов. Этот период можно назвать эпохой социально-экономического и культурного расцвета Отрарского оазиса. Во времена правления городом Аль-Хакана Бильге Кагана в городе стали чеканить медные и серебряные тенге. Большой клад с монетами той эпохи был найден недалеко от мавзолея Арстамбаб, который находится в 2 километрах от городища. Это интересно и в архитектурном плане мавзолея известного суфийского проповедника, первого наставника шейха Ходжи Ахмед Ясавы. В то же время в городе была проведена канализация, а в жилых помещениях появились санитарно-гигиенические комнаты. В Рабаде начала работу общественная баня и были заложены парки. То есть в X веке все это было в древнем городе Отрар. Особенную известность в средневековой истории Отрар получил в результате полугодовой осады города войсками Чингисхана. Несмотря на различные домыслы о полном уничтожении, констатируем факт, уже спустя 30 лет после легендарных событий Отрар возродился настолько, что вновь начал чеканить собственную монету. Во второй половине XIV века Средняя Азия полностью перешла под власть эмира Тимура, то есть Тамерлана, в том числе и город Отрар. В эти годы были значительно укреплены городские оборонительные сооружения, построены мечеть, медресе, баня и ремесленные мастерские. В 1405 году во время своего похода на Китай Тамерлан остановился в Отраре, где во дворце султана Бердибека принял послов хана Тохтамыса. Вскоре после этого он неожиданно заболел и скончался в этом же дворе. Казахское ханство вело постоянную и довольно успешную борьбу за присардаринские территории. В XVI веке хан Тәуекел взял практически все города вдоль среднего течения Сырдарьи, включая Ташкент. Именно с этого момента Отрар окончательно вошел в состав казахского ханства и стал одним из крупных региональных центров. Тамерлан герой или узурпатор? Ну, как бы ответить вам? Я бы сказал, что он великий полководец. Да, все верно, как Чингисхан. Получается, я вам сейчас вкратце рассказываю всю эту историю. На месте этих достопримечательностей установлены специальные такие билборды, получается, с QR-кодами. То есть, скачав наше приложение, фактически на месте вы можете через это приложение сфоткать QR-код, и вся история в текстовом формате выйдет и в аудиоформате. У вас еще вопрос? Приложение вы можете скачать через App Store и это там Play Market. Просто напишите в поисковике On to Stick. Тут в чате можно писать. Вот я в чате написал название приложения.
Если вы не против, позвольте вас ознакомиться с экологическим туризмом, экотуризмом. Алло, меня слышно? Отлично. А, также вам... Отлично. То есть логотипом Южно-Казахстанской области, а в особенности города Шымкент, является тюльпан, так как первым регионом, в котором растут тюльпаны, является Южно-Казахстанская область. Нигде, ни в каких районах так быстро не растет, как у нас получается. Ну, этим мы хвалимся. Так, огромный холм, расположенный в паре километров на север от аула Вановка, в далеком уже 1977 году Тюлькубасский райисполком принял очень важное решение – объявить территорию этого холма охраняемой зоной. Причиной тому были тюльпаны. Целое море красных огоньков, которые покрывали весь южный склон холма. Так началась официальная история Красной Горки. Говорят, что это был единственный случай в масштабах страны, когда столь необычайное важное решение приняли районные власти. Холм этот уникален тем, что здесь самая большая в мире концентрация знаменитого тюльпана Грейга на 1 квадратный метр. Тюльпан Грейга считается родоначальником всех культивированных тюльпанов, особенно голландских. В истории того, как тюльпаны попали в Голландию, также весьма занимательно и поучительно. В 11-13 веках тюрки и огузы, проживавшие в наших краях, начали массовую экспансию на Ближний Восток. Современные туркмены, их потомки, далее угузы, фигурируют в истории под названием сельджуки. Нынешнее название – турки-османы. В середине 16 века австрийский посол впервые увидел тюльпаны в Стамбуле, во дворце турецкого султана. Получив в подарок несколько луковиц, он привез их в Вену. Здесь луковицы были проданы голландскому купцу за сумму, эквивалентную нынешним 5 миллионам долларов. За луковицу. Но купец не прогадал. Уже через три поколения голландские семьи, которые занялись культивированием тюльпанов, стали самыми богатыми семьями в стране. Напомню, что луковица сорванного тюльпана не дает цветка почти 10 лет. А для того, чтобы тюльпанные поля расширялись, необходимо просто дать цветку созреть и бросить семена. Через несколько лет семя превратится в луковицу, из которой вырастет новый тюльпан. А цветение тюльпана в зависимости от погодных условий приходится примерно на период с середины и до конца апреля. Почему название холма Шубай-Кызыл? Потому что издалека во время массового цветения тюльпана кажется, что весь склон покрыт бескрайним красным полотном. Отсюда и такое красивое название. Если перевести его на русский, это называется, переводится «Красная горка». Так что приезжайте в Южно-Казахстанскую область. А также у нас имеется каньон. Он называется Ахсу-Жабаглы. Некоторые называют его в шутку Гранд Каньон. Я тоже сравнивал фотки. Наш, конечно, будет чуток поменьше калифорнийского, но все же это самый большой по размерам каньон в Средней Азии. Туда не так-то просто добраться. Последние километры, километров 9 – настоящая горная дорога. Так что, если вы решились там прогуляться, вас ждет настоящее туристическое приключение. Из того самого момента, как перед вами откроется умопомрачительная панорама каньона Ахсу. Если, конечно, вы понимающий человек, то гарантированно впадете в состояние глубокого транса от зрения первозданной красоты дикой природы. Каньон Ахсу является одним из самых живописных мест заповедника Ахсу-Жабаглы, старейшего заповедника Казахстана, основанного в 1926 году. В горах западного Тяньшаня. Его глубина колеблется от 300 до 500 метров. Расстояние между верхними краями составляет в среднем 800 метров, местами сужаясь до нескольких шагов. Протяженность каньона более 30 километров. Спуск в каньон довольно сложен, ответственные берега реки на многих участках делают его в принципе непроходимым. Хорошо прогреваемые солнцем скалы и горная река, обеспечивающая влажность воздуха, создают в каньоне микроклимат естественной оранжереи. Помимо растений, встречающихся на основной территории заповедника, в каньоне можно увидеть также хвощи, папоротники, реликтовые растения давно минувших эпох. Иногда далеко
Ниже смотровой площадки, буквально под вашими ногами, можно увидеть парящих орлов. Сегодня в Шымкенте работает несколько туристических компаний и индивидуальных гидов, которые смогут обеспечить вам комфортную и безопасную поездку к этому чуду природы. Теперь позвольте сказать, как можно добраться до Южно-Казахстанской области. В Шымкенте, в городе Шымкент находится международный аэропорт, 12 километров от города Шымкента. Его удачное местонахождение на перекрестке транспортных потоков из Европы в Юго-Восточную Азию, страны Ближнего и Дальнего Востока, делает его очень выгодным для выполнения как прямых, так и транзитных авиарейсов, располагаясь в 100 километрах от города Ташкент, в 450 километрах от города Бишкек, Кыргызстан, и в 700 километрах от города Алматы, на пересечении международных авиатрасс R482, B142. Также аэропорт обслуживает множество авиакомпаний, осуществляющие регулярные пассажирские рейсы, относящиеся к странам дальнего и ближнего зарубежья, в том числе которых Air Astana, SCAT, Fly Dubai, Big Air и S7. Из аэропорта Шымкента осуществляются регулярные рейсы во все областные центры Республики Казахстан, а также в города СНГ дальнего и ближнего зарубежья: Москва, Новосибирск, Стамбул, Анталия, Урумчи, Дубай. Прямые рейсы из России производятся авиакомпанией SCAT Airlines от Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону. Air Astana предоставляет рейсы из Москвы, Новосибирска, Омска и Екатеринбурга. Железнодорожный вокзал город Шымкент. Рейсы из России осуществляются из города Москвы, Омска, Новосибирска, Астрахани и Екатеринбурга. Это железнодорожные пути. Я еще раз спрошу, меня хорошо слышно? Сейчас, минуту, я извиняюсь, подождите минуту. Отлично. Теперь, с вашего позволения, я разыграю это два сертификата на тур по Южно-Казахстанской области. Вопрос мне так говорить или написать это? Коллеги, подскажите, пожалуйста, тут в чат пишут или как говорить мне? Говорить. Говорить. Отлично. Итак, вопрос. По приказу кого был возведен архитектурный комплекс суфийского поэта Ходжи Ахмед Яссави? Я повторю. По приказу кого был возведен архитектурный комплекс суфийского поэта Ходжи Ахмед Яссави? Отлично. Ну, в общем-то, я вкратце рассказал, точнее, почитал полностью информацию о Южно-Казахстанской области. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете их задать. Спасибо, очень познавательно. Вам спасибо. Вам спасибо большое, коллеги. Если хотите, я могу написать почту, куда вы можете написать, и мы полностью вам всю информацию предоставим. Полностью с нуля, полностью информацию. Сейчас, секунду. Вот, написал почту. А теперь напишу сейчас сайт. А это сайт, да.
Вот этот. Асовская га собачкамейл.ру. Лина, спасибо большое. Вам того же. Спасибо большое. У вас еще вопросы будут, уважаемые участники? Когда запомнить? Напишите, пожалуйста, нам на почту. Мы полностью вас проконсультируем. Ирина Родина, напишите к нам, пожалуйста. Тур мы объявим индивидуально. Расскажем индивидуально. У вас еще вопросы будут, коллеги? Я жду вопросов, если у вас есть. Спасибо большое, Ирина. Коллеги, если у вас, еще раз повторю, если у вас будут вопросы, пишите на нашу почту onstocktourism@gmail.ru. Повторю, onstocktourism@gmail.com. Также завтра сайт наш восстановят, onstocktravel.kz. Там также указаны наши контакты. То есть вы можете на почту либо нам позвонить, либо заказать обратный звонок. Все, раз вопросов нету, если даже вопросы появятся, пишите на onstocktourism@gmail.com. Так как сейчас у вас вопросов нету, то с вашего позволения я закончу трансляцию. Если вы не против, конечно. Все, всем спасибо большое за внимание. До новых встреч.